История любви этой пары по-своему уникальна. Гуля и Арифхан Шамшудиновы познакомились через общих друзей. Ей было 17, ему, тогда еще младшему лейтенанту, 21. Это была любовь с первого взгляда, говорят супруги. Со дня свадьбы и по сей день они чтут семейные традиции, продолжают дарить друг другу любовь и заботу. В 17 лет я вышла замуж за 21-летнего молодого младшего лейтенанта. И мы переехали сразу после свадьбы в город Архангельск. В Архангельске началась наша супружеская жизнь, съемные квартиры, потом уже служебное жилье. Перспектива постоянных переездов ни капли не испугала молодоженов. У него продвижение по военной службе, она дома на хозяйстве. Вскоре появилась старшая дочь Камила. В день ее рождения Арифхан был рядом с любимой. Но дальше Гуле приходилось справляться одной. Когда родился Рашид, я находился в командировке на Северном Кавказе. После этого только прибыл. Когда родилась Амина, то же самое, там же находился. А по окончанию академии я прибыл в Севастополь, как раз в тот день, когда представлялся командиру полка по прибытию на должность. Родился Шамиль 22 августа 2018 года. Супруги уверены, жизненные уроки выучены на отлично. Глава семьи Арифхан благодарен жене, что за время постоянных переездов она, как мудрая женщина, поддерживала его, где бы он ни находился. Проблем в семье никогда я не ощущал, и это не отражалось на службе, и служба не отражалась в семье. Я старался службу оставлять на работе после 18 часов, придя домой, заниматься семьей. Но больше, конечно, все, наверное, я думаю, благодаря супруге, за что хочу сказать ей спасибо. Гуля и Арифхан воспитывают прекрасных четверых детей. Супруги рады переезду в Севастополь. Здесь у них появилась возможность чаще проводить время вместе. Подрастающее поколение радует успехами, хвастаются родители. Старшая дочь Камила к 5-му классу из-за переездов сменила несколько школ и остается круглой отличницей. Девочка уже стала победительницей регионального конкурса по севастополеведению. В будущем хочет заниматься журналистикой. Определился с профессией и сын Рашид. Папа стал для него примером. Теперь в семье подрастает храбрый защитник родины. Я хочу стать спецназовцем, служить в спецназе, стать командиром части. А чем ты сейчас занимаешься? Вот. Вольной борьбой. А почему ты это выбрал? Ну, мне понравились там приемы. Праздник семьи, любви и верности Шамшудиновы обязательно отметят в кругу самых близких. Это еще один повод провести время вместе, сказать друг другу теплые слова. Дарья Юхновская, Юрий Рютин, Севинформбюро.